Ну что же, товарищи, я вас сердечно приветствую. Почему капиталисты отключили у нас свет? Товарищ Денисов, почему так происходит? Это все происки буржуазии. Данил, мы работаем, делаем огромное количество документов, и бац, нам вырубают свет. Это специально? Специально. Все электростанции построены в Советском Союзе. Молодцы. За что мы боремся? За что боролись наши деды и отцы, товарищи? За то, чтобы свет всегда у народа был. Да. Не по этим космос тарифам, которые сейчас есть. Да, Денис? За уверенность в завтрашнем дне. Тоже боролись. Парни, а что это вот вы буденовки одели? Что это значит? Это символизирует наш революционный дух. Так. Мы пойдем до победы. До победного конца. Да. Денис Павлович. Ну что я могу сказать, что символизирует? Ну мы прежде всего коммунисты. Так. Продолжатели дел наших славных отцов, дедов. Дедов. Дедов-то. Товарищи, вот мы взяли на организацию, заказали, уже пришли, еще партия идет. Буденовок сейчас будем организовывать некоторые мероприятия, где они нам очень сильно пригодятся. Я надеюсь, что вы на нашем канале это обязательно увидите. Какие пожелания, товарищи? Какой вот у нас лозунг? Ну-ка, давайте. Победили! Победили в октябре, победим в сентябре. А что в сентябре у нас? Выборы. Городской хурал представителей. Да, товарищи. Ладно, всем благ. С вами Тувриском КПРФ. Света нет, но мы все равно что-нибудь, да, придумаем. Подписывайтесь на канал Республика.